опасный участок. Ямочность, колейность. Это по-русски? Ямочность. Это по-русски. Интересно, что в России есть терминология плохих дорог, да? Что же в лесу? Как же это назвать? Это переямочность и переколейность. Зато УАЗик вытерпит и ямочность, и колейность. Начинается... Дымчатость. И грунтовочность. Рваность. И овражность. Но еще и щельничность, и красотность, и... И бродскость скоро будет. Мы едем в Норильскую, ребята. Там, где отбыл ссылку Бродский. Но я читал, что там он провел очень хорошие годы в ссылке. Ему писалось хорошо. Слушай, а ты к Бродскому какое у тебя отношение? Вообще? Я люблю Бродского. Да? Ну да. Для меня, может быть, самый сильный русский поэт. Давай учить пока в дороге. Давай. В деревне Бог живет не по углам, как думают насмешники, а всюду. Он освещает кровлю и посуду, и честно двери делит пополам. В деревне он в избытке, в котелке он варит по субботам чечевицу, приплясывает сонно на огне, подмигивает мне, как очевидцу. Он изгороди ставит, выдает девицу за лесничего и в шутку устраивает вечный недолет объездчику, стреляющему в утку. Это, по-моему, написал это там, в Норильске. Да. А ты хочешь, чтобы я выучил сейчас все это стихотворение? В деревне Бог живет не по углам, как думают насмешники повсюду. Овсюду. Как думают насмешники овсюду. Как думают насмешники. Насмешники думают, что он живет по углам. Ну, да. Типа, что в углу, в образах там. Да. В деревне Бог живет не по углам. Понятно. Как думают насмешники. Хорошо. Хорошо. В деревне Бог живет не по углам, как думают насмешники. Овсюду. Он освещает кровлю и посуду. Кровля это что такое? Крыша. Типа дом. Дом. Освещает. Он освещает кровлю и посуду. И честно двери делит пополам. Это значит, в избах были творчатые. Да. Уже неплохо, да? Продолжаем? В деревне он в избытке. То есть он как бы повсюду, да? В деревне он в избытке. В котелке он варит по субботам чечевицу. Приплясывает сонно на... Приплясывает сонно на огне. Подмигивает мне, как очевидцу. Ой. Он видит Бога как бы во всех проявлениях. Да. Подмигивает мне, как очевидцу. Да, понимаю. Хорошие стихи. У меня даже... Что? Был... Не слежу за камерой. Позиция кадра нарушилась. Хорошо будет. Она приехала специально, чтобы показать нам музей Бродского. Вот мы прямо как совсем из детства. Ехали. Здравствуйте. Надежда. Димитрис, очень приятно. Пытаюсь понять, знаете что, как ценится такое прошлое этой деревни и для местных жителей, и вообще для русских, учитывая еще, что Бродский не для всех. Вот я согласна с вами, что Бродский не для всех. Конечно, деревня в достаточном удалении. Может быть, это не такая натоптанная тропа, что сюда пришли миллионы. Но те, кто любит Иосифа Бродского, они сюда приезжают. Иосиф Александрович здесь был осужден в ссылке. Да. А творческие люди приезжают в добровольную ссылку. Они сами себя сюда высылают. Им дают возможность сюда приехать. Они живут. Подожди, они это специально делают? Чтобы вдохновиться. Испытывают себя? Да, вдохновиться. Они занимаются созданием какой-то творческой идеи, вынашивают какую-то творческую мысль. А может быть, потом будет какое-то замечательное литературное произведение. А можем зайти в дом
Или если нельзя? Открыто, я не знаю. А, давайте постучим. Давайте. А это что такое? Где? Вот это? Вот это вот. Это для воды, для стока воды. Такой вот желоб, он подвешивается, и по нему стекает вода. А, хорошо вообще, что здесь дверь есть. Ну да. Есть кто живой? Да, заходите. А можно мы вас побеспокоим? Да? Здрасте. Я Димитрис. Я Миша. Миша. Здрасте, а что вы делаете? Мы снимаем фильм «Ехал грека». Ага. Я грек. А вы приехали... Я русский. Вы приехали уединиться, да? Что? Вы приехали... Уединиться? Уединиться? Да, я приехал сюда в резиденцию «Пауза». Вы драматург? Да. А вы написали что-нибудь здесь сейчас за это время? Да, я начал писать. Условия этой резиденции надо написать. Да. Да. А вообще вдохновляет место? Конечно. Да? Правда, что вдохновляет, значит? Вот здесь стояла кровать, где ночевал Иосиф Александрович. Здесь стоял, значит, стол. Таисия Ивановна Пестерева, телятница, жила вдвоем с сыном. И буквально вот была дощатая перегородка, даже не клеенная ни газетами, ни обоями. И этот Сашка, он все время подглядывал за поэтом, поскольку уже дверей-то не было. Бродский все время шевелил губами. Он говорил, мамка, это он, наверное, молится. Хозяйка затеяла ремонт вот этой печи, вот это настоящая глинобитная печь. Она не из кирпичей, она битая из глины. То есть, значит, сбивали глину, просто был деревянный каркас, ее вот так сбивали, и потом, значит, можно было ей пользоваться. Она дымила, и Иосиф Александровичу поступило предложение переехать в другое место. Он из этого дома переезжает. В тот дом? Вот в тот дом. Куда мы пойдем сейчас? Куда мы сейчас пойдем? Хотите пирог? Да, хотим. Да. Так, надо раздать. Откусите все. Святые хлеба. Видали? Вкусно. Когда он жил в Ленинграде, семья его жила в коммунальной квартире. Не было самостоятельного такого вот уголочка и вот этого личного дома, личного, да? Пространства, да. Угу. Поэтому он с удовольствием принял предложение и поселился в зимовке. Посередине есть пятая стена, которая делит теплую, значит, зимнюю половину дома и летнюю. И летнюю. Летнюю. Вот половине маленькой, в теплой, он жил зимой. Возле дома есть картофельное поле, на котором мы высаживаем картофель в день рождения Иосифа Бродского. 24 мая. А убираем это поле, картофель с него, в день окончания ссылки, 23 сентября. А как Иосиф Александрович связан с картошкой? Иосиф Александрович помогал своей хозяйке Таисии Пестеревой садить огород. И когда закончилась ссылка, Таисия Ивановна увидела, как поэта уже уводят милиционеры, и закричала, куда парня повели, кто картошку выкапывать будет. Иосиф взмахнул рукой и закричал, я вернусь, но не вернулся. Мне надо понять немножко систему координат. Давайте. Сказать, да? Я могу начать издалека. С того момента, как совершился суд над поэтом, и его отправляют по этапу. Он двигался под конвоем в сопровождении милиционеров из города Ленинграда. Сначала в одну пересыльную тюрьму, потом в другую пересыльную тюрьму. Нет, он ехал в вагоне, в теплушке вместе с уголовниками. А затем его доставили на станцию Конаша и сняли конвой. Государство не обеспечило его ни жильем, ни работой, ни едой, ни питанием. Его обеспечили только охраной, чтобы он не мог убежать. Для государства он был лентяем, да? Да, государство определило, что у него нет постоянного места работы. Но он же поэтом был. Он был поэтом, но работал санитаром в морге, работал слесарем на заводе. Потом стал ездить в геологические парки. Он искал свое место в жизни. Значит, не было ни квалификации, ни работы постоянной. Ни работы. Поэтому не было договоров. Отправить ссылку. Нужна была какая-то показательная опорка. Показать, да, всем, показать всем, как не надо делать. Как не надо делать. После суда Анна Ахматова сказала, какую биографию делают нашему рыжему. И называла эту ссылку хлопанием крыльев бабочки. То есть, что это легкие моменты, что на самом деле он же не попал на лесоповал. То есть, хорошо ему сделали по Ахматове? Построили биографию. Биографию. Биографию.
Пойдемте. Да. Пойдемте. Повидь очень красивая. Повидь, что значит? Повидь – это пространство в доме, где, значит, хранилось сено. Сено? И бросали его? Не, не, вот смотрите, вот сюда был взвоз. Сюда лошадь заезжала прямо, завозила сено сюда. И здесь сено складировали. И можно было кормить животных. Внизу под домом был хлев. Здесь, посмотрите, это фотоработы, выставка фотографий, которая сделана рукой отца Бродского, Александра Ивановича Бродского. Вот здесь замечательный снимок. И здесь замечательные щечки. Да. Щечки замечательные. Щечки – это что? А, щечки. Да. Вот некоторые говорят, что там вот как он жил в этой деревне, не был ли он там обижен или голодал. В общем. Все в порядке, да? Прям ему приезжали друзья, буквально каждые 2-3 недели кто-то приезжал, привозил деньги, привозили продукты, привозили вот велосипед, привезли печатную машинку, привозили книги. Сам он, то есть его не оставили одного? Его не оставляли одного, постоянно ему помогали, потому что совершенно юный мальчик. Вот посмотрите, какое лицо. Ребенок. Вот на таком велосипеде, значит, Иосиф ездил, значит, в спецкомендатуру, чтобы отметиться, что он... Я тут не уехал. Я здесь никуда. Не уехал. А потом к нему приезжали милиционеры, и они проверяли, что он делал, смотрели у него бумаги на столе. Когда они входили, говорили, ну, как у нас гостей встречают? Я сразу понимал, шел, значит, в местный магазин, покупал бутылку водки. Они что-то взятка, там да? Смотрели что-то на столе, потом возвращались и вместе пили эту водку и говорили о жизни. Вот эта часть, она мемориальная. Здесь так это все было? Подлинные вещи. Да. Это подлинные вещи? Да, это подлинные вещи, они стоят так, как было при Иосифе Александровиче. Те а самые? Газеты старые, да, газеты тех лет. И... Правда, что он ложился и читал газеты? Вот он лежал на диване и читал заголовки газет. А можно сесть? Можно, даже нужно. Диван этот сильно новый, и надо на нем, чтобы все сидели. Тоже. Да, надо, чтобы он быстрее состарился. Но самое вот главное, смотрите, ощутить... Как он читал там? Читал. Наверное. Можно полежать, ножки можно положить. Вот смотрите, это посылочный ящик. Папа его, Александр Иванович, послал ему посылочку. Вот мы здесь нашли этот подлинный ящик при разборке дома. Сатирический листок помогает укреплять дисциплину. Дмитрий, вот когда Иосиф здесь поселился, не было электрического освещения в доме. И он пользовался вот такими керосиновыми лампами, пользовался свечами. А сейчас-то здесь... почему нет света? Ну, историческая правда. Если не было света, значит, и не должно быть света. Все, если был тогда вот эта крыша покрыта не рубероидом, не шифером, а тесом, и так и сделано. Вот он протекает, но тесом. Тесом? Тесом это значит досками тесовыми. Да. 21 веке это самый читаемый, самый издаваемый автор. Даже больше Пушкина? В мире. В мире? В мире. Серьезно? Да. В мире Иосиф Александрович самый читаемый автор. Его все любят. Не знал. Честно, пионерская. Удивительно. Вот здесь тугая дверь. Заходите, пожалуйста. А вам нравится, как он читал стихи? Вот некоторые говорят, что похоже на молитву. Правда, что вот он читает похоже, как бы так монотонно, да. Что-то даже завораживает, и есть в этом что-то гипнотическое. Вот мне нравится стихотворение, которое, значит, написано уже через 10 лет после того, как Иосиф уехал из этой деревни. И написано оно в Америке, обращено оно к любимой девушке поэта Марине Басмановой. И поэт, обращаясь к Марине, говорит, «Ты забыла деревню, залесённые губернии? И чучел на огородах отродясь не держат, не те там злаки». А дорогой только гати да буераки. Баба Настя поди померла. И Пестерев жив едва ли. А коли жив, так пьяный сидит в подвале. Либо ладит в спинке нашей кровати что-то. Говорят, калитку не то ворота. А зимой здесь колют дрова. И сидят на репе. И моргает от дыма звезда в морозном небе. И не в ситцах в окне невеста. А праздник пыли да пустое место, где мы любили. Здесь он пишет стихи, и два стихотворения были опубликованы в местной газете, значит, под названием «Призыв». «Тракторы просыпаются с петухами».
петухи просыпаются с тракторами, вместе с двигателями или мехами тишину раскалывая топорами, и в тумане утреннем на рассвете рокоча выстраиваются вдоль фронта. Тишина раскалывается, как полено, по обе стороны горизонта. Затопляются избы, дым вьется прямо, птицы склоняются над птенцами, лес, как огромная пилорама, небеса раскраивает зубцами. Это раннее утро, утро народа, трудовое утро с улыбкой древней, как великую реку глядит на людей природа и встает, отражаясь от сна с деревней. Ты куда свернул? Папинская. Что? Папинская. Это деревня. Тут есть подвесные мостки, очень красивые. Откуда ты знаешь? Читал. Нашел в интернете. Смотри, такая церковь красивая. С ума сойти. И река рядом. Ребята, мы в раю? Нет, всего лишь в Папинском. Да, едешь, едешь. По непонятной дороге, бац, и красота. Это Россия. Ой, это наш мост. Просьба мост не раскачивать. Слушайте. Смотрите, какая красота, смотрите. Ой. Так. Красиво, но опасно. Вау, не раскачивать мост. Здравствуйте! Здравствуйте. Как мытье идет? Что? Мытье как идет? Хорошо. Хорошо? Стирка? Вода холодная? Нет, не холодная. Теплая? Да. О. Да. О. Куда мы попали, ребят? Это рай. Просто рай. В Греции нет. А как ты думаешь, люди привыкают к этой красоте? Конечно. Да? Как красоту жены, знаешь, спустя 20 лет перестаешь замечать и видишь только жену. Да, наверное. Мы едем в Ярцево. Ярцево – это зона, это ГУЛАГ. Едем долго вокруг леса. Ни одного населенного пункта нет, ни деревушки. Дорога как раз закончилась. И дорога закончилась. И ты знаешь, что там было управление Каргополилагом 40-го года? Управление? Управление, да. Только не надейся, что нас туда пустят. Нас не пустят. Что, почему? Ну, давайте поговорим, попросим. Особый режим, тем более ты иностранец. А. Разрешения мы не получали. Я не знаю вообще, зачем ты уперся и едешь туда. Ну, потому что мне интересно. Я хочу иметь такое представление, знаете, что такое зона
политзаключенных или вообще заключенных и времен репрессий. У нас была такая зона тоже в Греции, где отправляли левых. Во времена черных полковников? Да, да. Рассказывают страшные истории. Это бывшее управление Каргополь-Лага, один из самых главных гулагов России. И ищем свидетелей, знатоков этого места. Может, кто-то знает? Напишите здесь. Уже нашли человека, мы едем к нему. Нас ждут. Еще оказалось, что у нас тут зрители. Она историка. И глава района есть историк. Вот. Вон она, стойка. Стой. Назад. Это вышка? Тебя видят. Они только что оборачивались. Там колючка, да, на забор? Колючка, конечно. Она как будто не действующая. Дом, а как ты поймешь? Ну, никого нет. Если стрелять не начну, значит, не действующая. Передвижение, нахождение, также стоянка всех видов транспорта ближе 50 метров запрещена. Ребята, тут не то, что снимать нельзя. Нельзя ехать. Давайте, пока нас не... Давайте снимем, пока нас не... Вон военные идут. Где? К нам? Вот, идут, я, к нам идут. К нам разворачиваемся. Здрасте. Это тут зона действующая, да? Да. А, понятно. А нельзя зайти, да? А, понятно. А вы работаете здесь, да? Да. Спасибо. А могу я попробовать? Могу я попробовать? Так, отсюда. Надо помнить. Опа! А нам откроют, интересно? Вот это Лена, которая откликнулась на наш пост. Вот это вот. Здравствуйте. Ой, я такая вся в фартуке. Ленин дом, причем. Здравствуйте. Здравствуйте. Я Димитрис. А? Я Димитрис. Елена. Обе Елены. Обе Елены? А, да, поэтому. Да, да. Пройдем сюда. Да, пойдем. А потом к нам на чай, да, пирог с пирожком. А скажите, кому нужен гостевой дом в Ярцево? Кому нужен? Да. А сюда вообще? Да, приезжают люди. Расстрелы же были здесь, да, вот во время, да? Вот. Репрессии. Репрессии, да. И приезжают, ищут своих родственников. А давайте сначала мы пройдем к реке. За рекой Лухтаган, да, вот где установлен поклонный крест, место расстрелов, там рвы. Если получится, то мы подойдем. Сам поселок Ярцево начал основываться с 30-х годов. У Солженицына есть такая выдержка. Приезд на станцию Ярцево. Мороз минус 30. Костры разжены для света. Не разрешали греться. И вот они шли, конвоиры, с собаками, вели этих заключенных в сандалях, в халатиках. А мороз был минус 30 градусов. Мы идем пешком. Угу. Можно одеть сапоги, потому что там очень сыро. Это река Лухтанга, да. А это река? Река. Вот. Это вот место вот нам показала дочка Чекмарева Тамара. Ее отец здесь бывал в наказании. Угу. Дорога плохая, так что мы пойдем, я не знаю, как пойдем. Именно как пойдем? По тебе. А скажите, место расстрелянных – это еще и место
куда хоронили? Да, вырыт гроб. И в одной могиле, то есть, может быть по 5-6 человек. Просто так сложенных и заваленных землей. Но невозможно знать, сколько там нет людей и похороненных? Вот об этом я не могу вам сказать. Потому что все равно вся история как бы... Неудобная. Не стоит совать нос туда, куда не стоит. Понятно. А это положение так креста что-то означает? Место расстрелов. Ну, попробуем пройти, если, конечно, увидим, нет. Прошу прощения. Мы не знаем, сколько людей тут. Нет. Да. Сюда даже дороги не было. Вот в это вот место как бы. Зимой здесь вообще не зайти сюда, потому что тут снегом все засыпает, что даже не пробраться. Места мы конкретно, может быть, сейчас заросло и не найдем, да. Но тела однозначно здесь. То есть раньше это были такие как холмики, а сейчас это уже рвы. Рвы, да. То есть уже прогнило все, и это уже такие углубления. Вот здесь углубление, например, есть. Это что? Вот возможно, как вот именно в углублениях в таких вот. То есть это, представьте, могила размером. Да. И вот они в ряд, наверное, штуки 3 вглубь. Они одинаковых размеров. То есть мы и там находили тоже, в том уже деревья проросли. Вот одно место я нашла. О! Оно и, наверное, третье. В ряд. Видите, в ряд. Тут уже в ряд. Сколько лет прошло. То есть раньше были холмики, и со временем появились вот такие углубления. Тела же все равно пригнивают. Поверишь, что это так. Что это так лежит. Это... Потому что видно, что... Это не... Я же сами себе копали яму. Работа очень тяжелая. Представляете, этот лес валить руками вручную. Mm. Не было сил. Это как рабы были. Никто не знает, почему. Mm. Это просто было. Поселком расстрелы проходили. На период 50 лет там даже нету дороги до реки. Да. Ее да. Просто нету. Ездили, ничего не было вокруг, только лес. Топ, болото, лес. Все поселение, оно построено руками заключенных? Да. Это центр. Всех этих гулагов? Олпы. Олпы. Нужно было валить лес. Да, в определенном участке. Туда гнали зэков заключенных, там строили временное жилище, да, бараки, то есть вот определенного вида бараки, в которых не ночевали. А вот чем валили лес. Да. Это для валки леса. Вы можете потрогать, какая она неподъемная. Она тяжелая. И вот, да. Представьте, целый день тягали лес. Вот, тягали лес они. Тягали. Ну вот, есть... тянуть было лес, чтобы потом это все отправлять. Это шапка заключенного? Заключенного, да. Зака, видите, полосатики. Были полосатики тут. И за полос, да? Полосатики. Да. Это люди, которые отбывали здесь заключение. Здесь сидели, да? Да. Татьяна Куневская, Зоя Федорова. Тебе что-то говорят эти имена? Сейчас Зоя Федорова. Нет.
Я знаю Юрия Завадского, который был руководил в театре, где Зоя Федорова поступила. В России все имена? Да. Каплер. Кинодраматург. Вы его знаете, да? Да, конечно. Его влюблена дочь Сталина, Цепная да. Аллилуева, Акуневская. Красавец. Да. Советская звезда. Фрид. Фрид, да. Он написал сценарий моего любимого фильма. Служили два товарища. А. Не видел ты его? Нет. Обязательно посмотри. Mm. Гори, гори, моя звезда. Если бы ты знал, кто здесь сидел, у тебя бы просто перехватило горло. Да. Микрофон тут. Так не бывает. Я так не работаю. Мы только так и работаем. Да. Я не Мэйки Мау. Я просто говорю. Я просто вопрос задал. Когда будет свет в городе? И снова здравствуйте. И снова а свет будет, например, 20 числа. Понимаете? Хорошо, я понял. Нам куда же? Куда нам? Налево. А то сейчас начнут сказать, а когда горячую воду дадут? А что, нету горячей воды разве? Откуда здесь? Значит, здесь тактика такая, что все включаются как бы до числа к 20-му, к 23-му августа. А. Экономят денежные средства. И в Греции это... такое есть. Я грек. А, я смотрю, ты еще не русский. Ну. Не, я грек. Акцент такой, думаю, поляк, что ли. Налево, 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 налево. Скажи мне. Да. И сейчас налево, на главную сейчас поедем. Видите, главное. Да, вот. Да. Видите, уже что-то включается, видите уже? Да, конечно. Ну, пожалуйста, ребята, если бы не приехали, так бы капец вообще. Эта трасса должна была пойти мимо поселка. Mm-hmm. Она должна была пойти там в 5 километрах отсюда, в 7, да? А, но... Ну, денег всегда не хватило, сэкономили здесь. Я им объясняю. А сегодня. Удобно? Конечно, населению неудобно. Почему? Да как? Машины ходят в баню идти там туда-сюда, правильно? Вам приятно, когда... Что важнее, идти в баню, чем иметь трассу рядом? А смысл ее какой? Ну, только что тебя передвигаться. Да как передвигаться? Как ты по дороге будешь передвигаться? Я про то и говорю. На машине? Секунду. На машине. Ну, не все же ездят на машине, правда? Пешком ходить. Ну, хорошо. Полезно. Но скорая помощь. Вот скорая помощь здесь. Ну, она работает сейчас уже по дням. В смысле по дням? Что вы имеете в виду по дням? То есть не каждый день, да? Не каждый день. Это просто. Это вот, посмотрите, РЖД впереди. Видите, северная железная дорога идет, да? Mm. На Воркуту. Вот нам налево, налево. Mm. И когда по этой дороге проезжаешь, там... Зона такая интересная у нас. Вам интересно посмотреть, вам надо не на машине прям. Зона какая? Которая вот 28-я здесь. А, кулак. Да? Да. Там, значит, очень интересно, когда свободно смотришь, там такой периметр красивый. Там все в огнях, как космодром Плесецк. Mm. Называется, горят фонарики, да? Да. Зоны. Да. А по периметру гуляют фонарики. Мы сейчас направо возьмем. Сюда? Вот дальше. Чуть-чуть. Вы можете прямо вот сюда заехать, вот так вот, чук прям. Тут ничего, это сельская администрация, имейте в виду, тут ничего такого особенного нет. Ой, секундочку, порожек. О, глава. Да. Это поселение. Я. Так точно. Ого-го. Ого-го, ничего особенного нет, никакого. Почему? Ого-го. Почему? Есть простые будни. Вот чтобы что-то начать. Я хотел бы сразу познакомиться. Да. Меня зовут Науменко Геннадий Анатольевич, глава муниципального образования Ерцевская. Я Димитрис Георгиадис. А вот есть актер. Визитка какая-нибудь, вот что, вот официально есть телефон какой-то? Как? Смотрите, вот. Что это? Ехал Грек. Телефон. Вы набираете, это мы. Так ехал Грек, а такой я могу наклеить. К примеру, я ничего не говорю. Хорошо. Георгиадис. Димитрис, это имя, да? Фамилия Георгиадис. Георгиадис, да. То есть это можно связать. Без дефис. Без дефиса. Это так. Димитрис Георгиадис. Где вы проживаете-то? Болгария? Я проживаю в Афинах. Афины? Да, я грек. Я поэтому понял. Ехал грека. Иначе бы ехал болгарец, правильно? О, логично. Да. Элементарно, Ватсон, да?
Болгария и Афины – это разные вещи, да? Гергиарис? Да. Гергиарис. Ваша цель поездки какая? Смотрите, я еду по северу России. Понятно. Да. И очень главная часть, большая часть русского севера – это ГУЛАГи. Это зона. Однозначно. 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 Да? Да. Вот, вот этого товарища, который, наверное, придумал это. Да? Да. Это мне супруга купила в Новороссийске. Подарок? В Новосибирске. В Новосибирске была там в аэропорту где-то, что-то и купила. Моя любимая супруга Дарья Ивановна, которая. Ну, она, наверное, знает вас хорошо, чтобы купить. Любит. Ее все поставили на столе. Наверное, да. Ничего общего нет, честно вам говорю. Да. Я сегодня также осуждаю репрессии, открыто говорю. Открыто говорю. Из-за этого прошлого, на самом деле, поэтому мы приехали сюда, да? Пусть у вас-то что-то кто сидел? Нет. Нет. Просто я переживаю за эту страну, которую я люблю, да? И Россию я люблю. Нет, я не понимаю. Вы приехали грек, вы переживаете. А почему? И я тоже переживаю за Россию. А что, греку нельзя переживать за Россию? Может, за Россию? Да. Ну, хорошо. Я вот за Грецию так вообще не переживаю, честно. Если этот лагерь живет до сих пор, как можно жить в этой земле, в этой замученной земле? Или... Ерцево никто не поймет абсолютно. Даже местное никто не поймет. Ни Москва не понимает, кто здесь. Чтобы Ерцево, этот поселок, понять, здесь надо лет 30 минимум или прожить, или отсидеть. Тогда ты будешь понимать. А вы его понимаете? Я понимаю. Да. Каргополь, спецлаг – это Ерцево. Mm. Это Каргополь, спецлаг. Mm. Это было управление? Да, их было 19 управлений. Mm. 19. Mm. Одно из них в Ерцево. Оно самое старейшее. И вот я проработал в колонии, у меня стаж 18 лет от начальника отряда, да? Да. До начальника исправительной, раньше было, трудовой колонии. А скажите, вы были хорошим начальником или каким? Трудно сказать. Или плохим? Трудно сказать. Добрый? Но я считаю, что был хороший начальник. Надо тут понимать, чтобы и для сотрудников, и для осужденных, вот надо быть вообще ни под кого, надо быть справедливым. Я пытаюсь понять, представить, когда глава района, полицейский, это как-то... Нормально. Я человек уникальный, вообще вам скажу. Никто не поймет, почему такое. Нет, я вижу, что вы уникальный, поэтому... Смотрите, я родился и вырос в вольном поселке Подюга. Замечательный дух. Там был самый сильный 1939 года лагерь спецпереселенцев Шенчуга. Mm. Их не охраняли конвоем, это были кулаки, настоящие кулаки, трудились. Их вот с теплушек выбросили. И они строили Воркутинскую дорогу там, да, туда дальше, на Воркуту. Моя мама сама репрессирована, на то пошло. Она с Сумской области, mm. Украина. И когда там в 1937 году там раскулачивание произошло, да, всех мордовские лагеря, ее также посадили на подводу, да, и везли там в платочке она за родителями, так? Да. Ну, история такая, понимаете? Да. То есть вы не можете понять. Я вот, смотрите, начались годы перестройки. Вот этот лагерь 150 километров и 60 стал сворачиваться, железную дорогу стали снимать. Что произошло? Перестройка, гласность, Горбачев, помните, да? Да. Права человека где нарушаются? Вот здесь. И пошло сокращение вот этих лесных. То есть лесные колонии ликвидировали практически. Да. ИТУ. Mm. Каргополь-ЛАГ, архипелаг ГУЛАГ, их не стало. Не стало, да. Вот. Но остались маленькие отголоски. Маленькие-маленькие. Вот. Ерцево. С особыми условиями хозяйственная деятельность. Mm. Почему с особыми? Потому что лес еще пилят все равно. Осужденные еще выезжают пилить лес. Понимаете, да, в чем? Да, конечно. Вам никто это не расскажет, только я. Я все это время смотрю, я не могу не спросить. Герб Ерцево. Очень интересно. Тут есть шпага, это похоже на символ полиции. Шпага. Нет, да, Ерцево. Его придумал я. Я придумал. У правоохранительных органов какой символ? Щит и меч. Вот это именно. Это пошло от Дзержинского. Щит и меч. Да. Как ни крути. Щит и меч. Елки. Оно образовалось здесь только для того, чтобы заготовлять древесину. Mm. И в 1939 году, и в 1941 году, и в 1944 году наше управление давало такой лес. Люди все, справедливо, несправедливо, все были загнаны в том числе, да? Заготовлять лес. Только лес. Ни бокситы, ни золото, ничего. Лес. Что такое? Это линия.
Она как бы начинается линия и уходит как на автодорогу. Потому что сегодня до мостовицы линия 18 километров, а потом там дальше 150, 60, понимаете, да? Там еще 30 сторон, все лагеря, лагеря, колонии, 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 понимаете? Сегодня их нет, еще не сократили, их нет. И осталось только до мостовицы. Линия как бы до мостовицы, а люди, то есть, которые здесь живут еще, они помнят и работали, и жили, да? А это, вот ты когда едешь по ведомственной своей дороге, и когда вот летит такой мотовозик, дрезина, кран, да, и ты на нем там сидишь, вот так он, дун-дун-дун-дун, знаешь, а километров 100 впереди, и утром тебе солнце, ты вот поехал там на какое-то совещание, да, или там проверять колонии, да, и тебе всходит солнце, знаешь, такое, дун-дун-дун, и, во-первых, красота, а во-вторых, такое, да, и вот все. И я считаю, или нет, я так, Ерцево возродится. Ерцево возродится. Не возродится же, если забудет. А свою историю память? Если оставить в тень. А сейчас ваша история в тени. Говорим. Сколько людей здесь было? Где они похоронены? Чтобы все было открыто. Ну, я согласен. А у вас тела в вашем муниципальном образовании, которые не раскопаны. Они в шкафу, как говорится. К сожалению. Такое и есть. Это отрицать нельзя. Это открыто. Ну что теперь делать? Подождите. Сегодня ведь все равно, давайте честно скажем, практически нереально, наверное, сегодня пойти в лесах и все это выкопать. Почему? Согласны? Почему? Реально? Реально. Реально? Реально. И почтить память этих людей. Это я не знаю. Реальных может людей. Быть. Здесь я спорить не буду. Договорились? Если будут экспедиции назначены и точное место, так я только двумя руками. Правда? Да. Кто против-то? Я наоборот говорю, давайте сделаем. Это неправильно. Стрелять людей без тройками, я против этого. Я но против. Это тогда лицо что делать на вашем столе? Пусть стоит. Грека, ни хрена ты не понимаешь в русской душе. Русские ты не понимают, а ты...